Доброе утро. Груша, ты чего пришла будить меня? Не дружите с блогерами, потому что это очень больно. Если вы куда-то приходите, то вам в первую очередь вы не едите, вы снимаете этот брат. Спасибо. Я уже в школе, сейчас хочу перекусить фруктами. У нас будет последний урок немецкий на геометрии, который был перед этим. Мы писали работу по теории. Что-то вам хотела рассказать. Я даже вчера ночью в заметках записала себе мысли, которыми я хочу с вами поделиться. Первое, это у меня стоит спортивная поза. Когда ты не занимаешься спортом, мне кажется, люди стоят, ну, как вот так. Когда я начала регулярно тренироваться, я начала стоять, ну, типа, вот так. Мы уже освободились с Машей после школы, и второй пункт, который я записала в заметках, это неуверенность в себе и буллинг со стороны одноклассников и всего прочего, и я, и Маша подвергались этому. И все, что я могу вам сказать, ребята, это нужно перебороть это внутри себя и плевать на мнение окружающих, и плевать на мнение всех, что вам недорого и так далее, просто заниматься тем, что вам нравится, делать то, что вы любите, и все. Это очень просто. Я даже снимала отдельное видео на эту тему, про то, что меня обижают, и это было очень иронично, потому что я выложила его тогда, когда закончила учиться, то есть перед каникулами. Я все раньше сдала, уехала в Москву, а мои одноклассники еще доучивались примерно неделю. Вот, и я выложила это видео про то, что меня обижают. Еще я хотела вам сказать, чтобы вы никогда не боялись неудач, а какими бы тяжелыми они ни были, и всегда забивали на мнение окружающих, и просто не бойтесь ничего, и у вас все получится. У нас сегодня было 6 уроков, последний немецкий, я уже приехала домой, сейчас хочу приготовить себе... О, смотрите, это птицы летят! Да, очень здорово я реагирую на птиц. Я же их никогда не видела в своей жизни. Еще я вам хотела рассказать такую историю, которую, наверное, я расскажу вам чуть попозже. А сейчас затрону тему света, потому что почему я не снимаю видео на мою большую камеру стационарную, да, там типа фавориты, покупки и так далее. Я хожу в магазин, у меня появляется вдохновение, я думаю, ну вот, сейчас приеду, сниму холл. Я начинаю его снимать. И я просто понимаю, что мне не хватает света. Я снимаю видео с натуральным светом, можно так сказать натуральным, я не знаю. В общем, с обычным светом от окна. И сейчас темнеет 4 часа вечера. Я не успеваю. Утром, если я просыпаюсь, да, в 5 утра, то там тоже темно, потому что светлеет только в 10. Поэтому жду февраля, жду марта. Неправильно говорить, что я, конечно же, жду. Но на данный момент снимаю влоги. Хотела сказать влогмасы. Влоги снимаю, да, там, как я тренируюсь, как хожу в школу, как завтракаю, как мы скрамбл экс делается на сковородке, я вам расскажу историю, которую я вам, собственно, обещала рассказать. Во вторник я снимала влог. Я его снимала, у меня упала камера, и там сдвинулся экранчик. И, собственно, влог я, конечно же, не буду выкладывать, потому что я его не сняла до конца. Вот, бежит ребенок, второй, наверное, класс, с раскрытыми объятиями вперед, я думаю, ну здорово, он, наверное, играет в самолет. Ну, когда так, типа, делаешь вид, что летаешь, тогда я просто секунд через 15 вижу, что он бежал с раскрытыми объятиями к своей маме. Нужно иногда напоминать себе о том, что сколько бы денег у тебя не было, сколько бы ты ни пытался заработать, ну, не факт, что эти деньги смогут тебе заменить объятия, не факт, что эти деньги подарят тебе истинное счастье. Это, конечно, больше на завтрак похоже, я вам скажу, но сегодня утром я ела салат из куриной грудки, поэтому у меня все так поменялось местами. Я сделала пасту из авокадо, еще там была щепотка специй, это тост с пастой, это скрамбл экс, там тоже есть чуть-чуть специй, 3 помидора черри и вода с лимоном. На выдохе, выдох.
да? Я пришла с тренировки, сейчас пойду в душ, и температура на улице понизилась, поэтому у меня горло такое. Вчера вечером оно было на грани, а сегодня уже чуть-чуть вот я чувствую, что оно болит, но это ерунда на самом деле. И опять-таки, одна вещь в моем списке, которую я составляла вчера ночью, было рассказать вам про то, что я использую после душа, какую косметику, какие крема, потому что вам это реально интересно, как я поняла. И у меня есть вот такая вот специальный контейнер у меня есть для таких вещей, которые я использую после душа. Давайте начнем с того, что находится рядом. Первое — это лосьон для рук с запахом шоколада. Я его использую каждый день, потому что на улице сейчас, ну, небольшие морозы относительные, и я не так часто ношу варежки, как хотелось бы. И вот что с моими руками, да, делает груша. А про вот эту сыворотку я как-то вам рассказывала с Aloe Vera, но я не пользуюсь ей так часто, поэтому не вижу смысла, да, говорить про нее. Вот эту маску я просто обожаю. Здесь она тоже у меня лежит. А итальянское масло, которое я заказала в интернет-магазине. И оно супер классное. Его можно использовать для тела, его можно использовать для лица, можно для волос. Следующая вещь, про которую я тоже, кстати, уже рассказывала, от Mixit, это дневной крем для лица и такой же крем, только для области вокруг глаз. Вот Mixit, они очень-очень-очень вкусно пахнут белым трюфелем. А следующая вещь, которую я тоже часто использую, это Carmex для губ и EOS. Я сегодня, когда ехала с тренировки, нашла вот такие классные обои, на которых написано You are enough, что означает «ты достаточно», потому что общество требует от нас быть слишком красивыми, общество требует от нас быть слишком милыми, общество требует от нас иметь идеальную фигуру с идеальными пропорциями, общество навязывает нам эти стереотипы, которыми мы об этом думаем. И это в сотый раз напоминание мне о том, что мне должно нравиться, как я выгляжу в зеркале, а не людям вокруг. Пошлите их к черту и живите так, как вам нравится. Это все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И спасибо вам большое за просмотр. Мы с вами увидимся в следующем ролике. Пока!